Старинные фотографии храмов и монастырей Волгоградской области, предметы церковной культуры. История Волгоградской епархии представлена на выставке в Царицынском православном университете. Ее открытие посвящено празднованию 1025-летия крещения Руси. Конечно, это цель – спасти душу для жизни вечной. И не надо думать, что эта жизнь вечно начинается или будет когда-то. А сегодня начинается здесь, вот с нами, наших святых. Таинство православной веры – это великое счастье. Я вас поздравляю, что вы к этому счастью приобщены. По мнению первых посетителей выставки, ее появление очень важно. Ведь история родного края неразрывно связана с православием. И эти стенды, которые рассказывают о Волгоградской епархии, яркий тому пример. Я думаю, выставка получилась просто замечательной, очень информативной, очень интересной. Будет интересно не только студентам, но и всем тем, кто живет в нашем городе, а также и гостям города. Эта выставка показывает глубину в каком-то другом измерении. Это духовная глубина. Ведь здесь запечатлена деятельность людей, которые пытались, и у них это получалось, у кого не получалось, но они жили этим. Они пытались придать нашей жизни вот такое вертикальное измерение. Преподаватели и ученики Царицынского православного университета выразили надежду, что в ближайшем будущем эта выставка расширится и станет музеем истории духовности Нижнего Поволжья. Ася Костюченко, Александр Подскребалин, Вести, Волгоград.